Напал на пенсионера. Первоуральские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. По данным правоохранителей, 39-летний мужчина ограбил и избил 85-летнего дедушку. Сообщение о преступлении поступило в полицию днем 20 сентября. Задержать злоумышленника удалось уже спустя час. Им оказался неоднократно судимый местный житель. На его счету квартирные кражи, грабежи и хулиганство. Из мест лишения свободы он вышел только в мае этого года. По данным полиции, на 85-летнего пенсионера подозреваемые в компании еще одного мужчины напали во дворах на Кирова. Просто подошли и начали обшаривать карманы пожилого человека. Он пытался сопротивляться, за что был сбит с ног и получил несколько ударов по лицу деревянной тростью. Злоумышленник забрал кошелек, где было больше 2000 рублей, и скрылся. Задержали его за распитием спиртного, купленного на похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящий момент задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления подозреваемого.